Ну что, попробуем. Травы, муравы всякие. Травушка, мурявушка. Чего тут у нас? Он бы еще звук. Опа. А это не просто так, это типа ходит этот, как его называют, экранчик, дозор. Так, ладно, дозор, так дозор. Зачистить лагерь мародер. Давай, попробуем. Мародерчики. Бинокль, метки, посмотрите в бинокль. С помощью так нажмите, чтобы отметить противников. Отметив противника, вы сможете следить за его перемещением. Кроме того, если противник человек, метка позволяет вам узнать его степень встревоженности. Так, тут еще один. Ну что ж такое, что я не так делаю? Отметка противника, вот же. Я прицеливаюсь, значит. Так. Так. Раз, два. 3, 4. Здесь. Вверх. Здесь. Что тут у нас сегодня? Кто еще кого делает? Я уделаю. Потише. Не кричи. Так, не палимся, не палимся. Не палимся, не палимся. Палимся. Тишина, пожалуйста. Не палимся. Так, не палимся. Ой. Ага. Еще один. Потом некоторых можно прямо в башку, чтобы быстрее убить. Че у нас? Так, это есть. Ой, этого не видно вообще. Вон там вот, вот. Так. А на таком расстоянии можно пристрелить, да? Ну, на легком, наверное, да. Из пистика. Ну, не факт. Давай попробуем хоть. Не вижу еще одного. Может, он сзади тебя стоит? А нет, не стоит. Нифига. А, глушитель? Истинный глушитель, да. Ты палишь, сидим. Кто же там под землей ходит? О, привет! А, вот еще один. Что, получается, всех выделили? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Да, шесть. Самый слабый – это вот этот. Слабо защищенный.
Он падает, он делает. Мы ему что, по жопе изрезали? Ну, типа там. Да. Лом забрали. Ладно. Она слишком близко. Слишком громко мы к нему подходили. Если... Откуда ж тихо? Если фрики, то они слышат. А эти, наоборот, не слышат. Все. Ага. Двоих убили, четверо осталось. Так, 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 так. Сейчас они могут запалить, если они сюда зайдут. Услышим кто-то, да. Что-то зайдет. Не пались, Димон. За камнем встань. Старайся. Услышим что-то, понимаешь? Ага, вот этот. О, сейчас сюда зайдет и быстренько. Ну идет он там или нет? Или он там стоит? Ну и спокойно. Назад! Чё там? Смотри. Опа. Основное оружие. А чё, согласимся. Вот он. Ходит. Угу. Палочник. Ну чё? Пойдет он туда к нам? Нет, не пойдет. Будет смотреть, что и где там и что. Ну что ж, пойдет ли он? Он сейчас сменил маршрут, что ли? Или он здесь один? Он ходит. Так, где другое слабое место, надо искать? Где кто стоит? Так, это мы не обыскали. Там пули. О, ну, эту можно. Вот такого. Тот с фонарем. Вот куда смотрит. Да, ага. Был. Давай. Идут. Иди. 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 Иди скорее. К смерти. Иди скорее. Кто-то был. Это был я. Ваш друг Человек-паук. И чё? Ну, и где? И где всякие эффекты, чтобы кто-то сюда подошел? Идут, 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 идут. Пойдут? Нет, не пойдут. О! Так. Никуда не идет. Винта. Винтай пистик. Давай пистик. Как, кого можно? Один с фонариком, другой просто. Кого тут? Ну вот это бы ништяк. Положить, но он внимательный. Куда спрятаться можно? Он зайдет камешек. Зайдет камешек, когда он... Ага. Отойдет. Когда он... Уйдет. Да, да, да. Палит, палит. Увидит. Тихо. Зелень. Зелень трест. Уйдем. И сейчас мы отсюда не увидим. И напрыгнем. О, сейчас придет. Вот, идет, 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 как тихо, миленький. Там он тоже кто-то есть. Давай, давай его. Подожди, подожди. Ну пусть он поближе. Да он даже не хочет подойти. Всплыло. Было. И кто даже не заметил. Лол. Угу. А, какой радненький его сейчас. Нормас, прям так. Даже никто не слышал. А, хотя я это услышала, походу. Услышала она. Она услышала. Ничего не слышала. Все глухие. Угу. Никто не отвечает. Никто не говорит. Ага. Все эти оглохли. Ага.
Никто ничего не слышит, никто ничего не видит. Ну, сейчас поживемся в этом лагеречке небольшом. Так, ну, этих можно завалить. Все равно там двое человек осталось. Что там их? Ну, попробуем сохранить. Ну, что они пишут? Сохранили, не сохранили. Пофиг. Так, куда она подходит, куда смотрит? Так. Сюда, походу. Пенек? Ага. О, идет, походу. Идет. Нет, не идет. Тёлка? Тёлочка? Тёлочка? Я тут. Что? Ничего. А, никто ничего не слышит. А как ты ее убил? Задушил? Шею тип свернул, да. Ну, этого легко. Ну да, все лайки получилось. Изи. Да похоже. Понятно? Бухай, я нашел их лайк. Бухай. Бухай. Сначала руку твою подлечим, потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Ой, керосин. Так, у нас и так максимальное количество. Выселить, нифига себе, тут прям это... Разбили целый лагерь. Лагерь здесь, да. Здесь прям серьезный лагерь такой стоит. Пенечки. Пенечки. Так, что это такое у нас? Дубинатор. Дубинатор у нас так есть. Угу. Что мы там нашли? Тряпочку. Тряпочку всегда полезно. О, штанишки. Да обернись, обернись, там штанишки. Где штанишки? О, ну, смотри. Вот а, может, возьмем, а? Давай, штанцы. Вот, братцы. Нет, не хотят. Подштанники надо, на? Нет, не шапки надо. Шапки нам надо. Так, наверху что-то у нас тут еще есть. Пропустил я пока. Ну, ничего, так постылся, да? А, никто ты ничего не слышит, никто ничего не видит. Так, нормально. Могли бы дать какую-нибудь премию. Чисто по стелсу. Ничего не слышу, ничего не видно. Да, ну тут таким образом можно играть было и на среднем уровне сложности. Володя вообще рекомендует играть на среднем, типа так, больше. Где? Где? И фрики. Фрик. Давайте их подманим, манок. Не фурчи. А, вон. Пришли. О, палит. Нет, не палит. Так, он что, здесь один, что ли? Да, походу. Хотя, может быть, затаились. А что он идет? Палит. Нет, не палит. Не палит. Не палит, еще не палит. Не палит, не палит, не палит, не палит, не палит. Вообще не палит. Беспалевно. Нормально. Вообще никто не слышит, никого и нету. Один. Ой, а что там внизу? Вон там еще есть. Двое. Трое. Нет, четверо. Это был типа в разведке, да? А-а-а. Разведчик. Да, сейчас они пойдут сюда. Разведчика нет. Куда делся разведчик? Бачок. Так. О! О! Еще один. Пятый. На разведочку пошел.
Так, кто еще? Нет, ну больше никого. Подло. Никого и нету. Ну, идемте, дорогие зрители, сюда. Ну, вопрос, нужно их вообще убивать вот этих вот? Тогда их можно обойти? Просто. Они просто не палят. Если палили, тогда да. Смысл? Патроны тратить, конечно, нет. Ножом? Но все вот туда. Что здесь по карте? Что это такое у нас? Что за место? Куда это мы смотрим? Ну, понятно, что. Убивать надо? Ну, а, это показывает то, что они не слышат? Что именно показывает то, что... Ну, вот это, вот это. Машина может сработать, кстати. Западло. Здесь все по максимуму. Если намигает, тогда да. Ну, когда загудит, они, да, тогда побегут. Чё там? Ну, вот их. Вон там еще один есть, которого я не зафиксировал. Еще один, е-мое. Вот это красота. Очень богатенький здесь. Дорого-богато. Может, там гнездо какое-нибудь? Ну да. Че? Гнездо можно было бы вырезать. Но это отклонение от цели задания. Интересно, после прохождения оно как-нибудь это... Они очищаются или вновь появляются? Крики. Я же не знаю. И я не знаю. Так, тихо. Тихо. Не палим. Травку жуем. Они травку жуют. Они травоядные. Нет. Эти точно не травоядные. Ой, водичка пьет, смотри. О! Смотри, как прикольно. Зафиксировать надо. Водичка. На водопой сходил, все нормально. Вообще открытый водопой. Хочешь пить, хочешь ищи добычу. Да, согласен. Они там это водопьющие. О, а. Еще один. О, вот еще один. Купается в воде. Купашка. Так, двоих нет, да? Считай. Целых четверо тут. Осталось. И еще один. Пятый. Водички. Ну, был водички. Тут есть какая-то ачивка. Сколько-то этих поубивать. Фрик, вон еще они. Смотри, о, много здесь. Дорого-богато. Да. Целых уже 8. Их бьешь, а они опять. Все, идем дальше. Много. Да дорого их. Богато. Мил. Дорого-богато — это когда говорят про какую-то интересную вещь. А когда много... Когда много, видишь, вот их так не говорят. Их много. Ну, можно сказать, богато их тут набралось. О, один вообще ничего не палит. И не хочет. Ну, они типа тупенькие. Тю-тю! Их, это можно объяснить, знаешь, чем? Чем? Ну, то, что они же как спиной к нам не попадают. Ну, там еще один. Ну, там вдалеке, да. Как он стоит, непонятно. Да не палит. Идет, ага. Идет. Хорошо. Хорошо идет. А. Подыхай. Ага. До свидания. За тобой один спалил. Ну, сейчас мы. Палит. Смотри, уклонил себя. Да. Да. Так себе. А другие вообще не палят. Так. Не хотят даже. Да. О, один водички. Винтик.
Понтик. А давайте бомбу водопой кинем. Ну, давай попробуем. А? Не, ну зачем? Тут ресурсы, знаешь, вроде бы как вот на легком их много. Ну, а иногда... Опа. Не палит. А иногда их совсем мало. Сейчас давайте его по попке. А, нет, не по попке, жалко. Тебе нравится, когда по попке он их бьет? Когда? А та-та делай. Он там один все никак не напьет. Ага. Душу принимает. Ну, целую ванну, я бы сказал. Ага. Ага. И душ, и ванная, все в одном. Тупо. Показалось, что он заметил, но... Он, типа, но не заметил. Он типа прислушивался. Потому что... Так, интересно, количество... Ой, дай-ка я ноги распрямлю, а то я... Съел так. Неудобно. В позе лотоса, чтобы немножко... Позе лотоса. Чтобы немножко суставы размять. И что-то я засиделся, по-моему. Позе лотоса. Ну да, так называется. Чё? Непогода. Способа ограничить, что... Не успел я прочитать, к сожалению. Я тоже. Так, а давай мы приманим дядю. Фрик. Есть такая хорошая штука, кирпич. Вот туда вот кинем. Ой. Не идет он? Он вообще не реагирует. Реагирует. Так. Ну, если что, мы его дубинатором. Непонятно как-то. Сдох. Будут бибикать. Да запросто. Не мигает, значит не будут. Ну, сейчас. Проверим. Может сработать? Нет. Не сработало. Ой, что это там за старый дом? Ну, заодно всяких причесок. Черная смородина. Смородина была, да? Ага. Черная. Черненькая? Ага. А тут туалетная бумага. Да, обмажемся туалетной бумагой, нет? У нас ее максимально. Ну, попробуем сделать, скажите. А что-то взял, прикинь. Только ну, не бинт. Значит, что-то... Так. Пистик, что у нас патроны полностью? На это, наверное, патроны к этой штуке. Так, лекарства у нас создать не можем. Аптечка, что-то там. Пофиг, вроде бы все есть. Что у нас? Илючка. О. А с другой стороны, вроде не зря мы сюда не зашли. Ой, а что это тут у нас? Ну, маленький домик. Трапочка. Нормально так. Вытирать что-нибудь, сопельки. Сопельки, да, этим, фриком. Сопельки вытери. Нормально. Дубинатор сейчас поменяем. Потому что наш 84 или 83. Так, что там? Стерилизатор. Ага. Ну, не зря. Все не зря было. Ух ты! Что это такое? Какие-то рибамбасы, ага. Которые нам вроде пока не нужны. Угу. А кто внизу там шатается? Кто-то ходит что-то? Внизу. О! Зомбаки. Вот там! Во. А, это те, которых мы там отмечали, да? Фрики? Да, фрики. Наши любимые дружки. О, еще один. Ну, этих я отмечал там, да, вдали. Если не светили, так обязательно дождь. Почему? С неба все время льет. Че такое взяли? Кислинчик. Кисличник. Хорошее у тебя зрение.
Один купается. А, нет, это вода течет. Мне показалось, что кто-то купается. Ну, мне тоже показалось, что он тут плещется. Если это был зомби, тогда бы я посмеялась отлично бы. Блескается. Ну, а что? Им, видимо, тоже ничего не чуждо. Человеческое, они же бывшие люди. Бывшие. Dead end. Конец смерти? Нет. Ну, в общем... Смерти конец? Конечные, грубо говоря. По-моему, так переводится, типа, конечные. Конечные, не конечные еще. Ну, там меня знающие люди поправят, как это переводится. Так, 142. Что, тут есть кто-нибудь? Кто? Хорошенький. Вот видишь, мы тебя купаться призвали. Иди быстренько скупайся. Ты услышал, что она сказала? Да, иди, она тебе волосы берет. И ты скупаешься. Вот что она сказала. Что это означает 104? А, это сколько байк? Сколько до байка метров, да. Ой, опа, а там зомбаки где-то наверху. Но они нам сейчас не нужны. Так, 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 так. Обходим их стороной пока. Обойдем здесь снизу. Да найдем. Найдем, если найдем. Потому что Паша тут вроде бы как сказал, что сопрут мотоцикл. И уже как-то история, кажется, немного известный. Ох уж эти спойлеры. Это здесь. Мы оставим его здесь. Мы оставили его здесь. Итак. Подожди-ка. Так, сохраним. Вроде никого рядом нет. Так, как здесь сохраниться? Так, сохранить игру. Сохранить игру. Ждите, сохранить. Ну, будем вы считать, что сохранилось. Ну, не факт, потому что я что-то там в самом начале сохранял. Здесь что-то вроде было. Здесь растение, наверное, какое-нибудь. Ага. Жалко, что не показывает прям рядышком, когда находишься. А вон так вот эти цветочки. А я слепенький, моргослепенький. Мне бы, конечно, удобнее было. Ну, тоже некоторый антураж же должен быть, что ты что-то ищешь. А не так все тебе на халяву досталось. Надо же иногда что-то и найти. Так, а, ну да. Павел оказался прав. Веточки-то разбросаны. Так, вылезет кто-нибудь, нет? В гости к нам. Так, для чего это патроны? Винтовочные патроны. Вот это вот хорошо, наверное. Единственное, что винтовка, она не купленная. Ее можно модернизировать, но она не сохранится, как я понимаю. Так. Так, взялась. Давай-ка зарядим. Опа, она сама зарядилась. Интересно, как это произошло. Ладно, ладно. Пока пусть пистик будет. Так, на всякий случай.
ничего изготовить не можем по той простой причине. Кстати, что-то было написано, что можно холодное ремонтировать оружие этим ломом и вообще оружие. Но, видимо, еще пока по сюжетке этого нет. Наверное. Ладно. А моцик с перлой. Вот такая прелесть. О, тут я соглашусь. Хорошо бежит. Буду убивать. Бухарь, слышишь? Ты забрал байк. Хер с два. Люди Гуфута добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Так. Но он должен привести, то есть в любом случае его не догонишь, очевидно же. Должен туда привести. Плохо лежала. Уж извини. Бежим! А что это такое? Сейчас, ребята, обождите. Я посмотрю, как тут что. Ой, извините, извините, никуда я не ухожу. Капеланс. Капеланс, камплагерь капеландов. Закон Мартелла. Не знаю это выражение. Честно, не знаю. Спереть, я так понимаю, здесь что, ничего нельзя? Вон трофей какой-то. Можно взять. Лагерёчек. Джейзи. Привет, Джейзи. У тебя тут что-то все в кровяке. Сдать трофеи? Ну давай сдадим. А чё нет? Сдача трофеев. Уши фриков. Можно сдавать трофейщикам. Так вы завоюете доверие жителей лагеря. Заработаете кредиты. За разных фриков выдаются разные награды. Ну а чё нет? Фрик. 41 шакала фрика, известный, неизвестный. Ну, обожди. Обожди, с этим я всегда успею. Как тебя там? Как? Джейзи. Ну, привет. Так, несколько похоже на Ма из этого. Как же тебя зовут-то? Судья Дреда, который более новый такой. Так, ладно, с тобой понятно. Трофей. Торговец. Ой. Привет,
читала такой книжки «Дзен и искусство ухода за мутацией»? Как только для времени особо не было, да? А я тогда в своей мастерской всех механиков прочитал. Механик должен обрести равновесие с ухом. Поработай голодным мигом, Дзен, ответил. Я тут и спать. Ну, классный момент, чё? Кухня. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет того, что вы еще рабочие не спускаете. Ну, сейчас мне все больше и больше нравится, ребятушки. И еще больше. Ну чё, товарищ байкер? Я тут и его нашёл. Да? Да. Он не вёз, конечно. Не вроде. Нам тут очень нужны лекарства. А, и он. Так и сказал, что он просто убежал. Короче, найдешь его тогда, не сейчас, мне идти. И тогда, да, прости, что поговорил. Мой байка, который твои люди украли, я спрашиваю. Его просто нашли на данный вагон. Ладно, я отлично. Я согласен, что... Итак, нет, никак не привыкну к этой фигне. Так. Это мы, это топливо, это наш лагерь. Гора Улари. А в чем прикол? Прикол в том, что сейчас он говорит, это же твои края, гора Улари. Ну, то есть вот эти, кто-то залез на радиовышку. И моих поставщиков колбасит. И гора-то она рядом, а Дик не хочет выдавать свой лагерь, место нахождения.
Значит, что мы имеем? Сюжетная линия какая? Активная. Так, пора в дорогу. Номады на горе. Карта. Люся. То есть где-то здесь. Или вот. Вернуться к жизни. Ага. То есть здесь контрольная точка, а дальше уже куда-то будет показывать. Так, поговорить с тобой сейчас не получится. А взять что-то нужно. Право на оружие. Что это такое? Вот это вот пока понять не могу. Ух ты. Ух ты, какая штучка прикольная. Обратите внимание, ребята, текстурки как подгружаются. Секси. Да, красивая игрушка. Хороший лагерь. Не бог весть что, но неплохо. Очень неплохо. Чанечка. Ты крыски? Мы что-нибудь посмотрим? Ну, давай Ваню посмотрим. Не хочу я Ваню, мне что-то не нравится вот это вот. Ну, нет, с американцами что? Да, то, что американцы, вот это вот ракеты, что-то как-то... Да нет, что, нормально. Не они же все сделаны вроде как по... Может быть, просто перетерпеть немножко надо, дальше будет поинтереснее. Нет? Что думаешь? Ты имеешь в виду на реальных событиях, что ли? Ну да. Не знаю, что-то как-то плохо он заходит. Если те как-то получше заходили. И модели, и вот это вот про девку, так вообще прямо гонится зашла. Ну, которая это, пулеметчица-то. Угу. И тоже все это на реальных событиях. Только ну, немножко они, конечно. Что-то не в фокусе тетя, если это тетя. Ну нет, так нет. Хотела рассмотреть тетю. Так, Люся. Ох уж это Люся. К травматологу надо сходить. Что-то болит? Пальцы болят. Нога? На руках. А где, покажи? Вот так. Они, это... Разные. То мизинчик, то это палец, то... Соль поменьше кушать, ребята. Я, конечно, могу ошибаться, но... Можешь попробовать вот с этим начать. Ну и, конечно, к доктору надо сходить, я с этим согласен. То вроде ничего, то прям такая тупая болька вот их вот, блядь, вот выворачивает. Как ревматизм? Угу. Как артрит или угу. Как артроз. Вот здесь вот, вот эта вот часть. Ну, приятно. Не могу сказать, что сильно, но... Блять, просто это. Сперли байк. Иди, иди, иди.
прикроешь двери? Ты называешь эту хрень Майком? Нет. Ладно, я еще... Я все устрою, клянусь. А как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже не устроишь? И прости. Иди ты нахер, пора в дорогу. Задача: мы с Бухарем не сможем поехать на север, пока я не починю байк и не найду экипировку поприличнее. Охотник на мародеров. Что там за сюжетная линия? Охот. Млады на горе. Слухи, что упокоители разыскивают нас с Бухарем. Как какого черта? Да, в свое время у нас были терки со всякими чокнутыми придурками, но это были обычные чокнутые придурки. Ну, анархисты там, не понял, кто такие еще, прочие койоты, а эти упокоители хуже их всех, вместе взятых. Чего им от нас надо? Так, ну и что у нас тут мы имеем? Давай смотреть. Что-то я никак. Поехать на блокпост Нейра. Поехать на блокпост Нейра. Удрали. Посмотреть сюжетные линии. Так, блокпост Нейра. Ну давай, что здесь за сюжетная линия? Найти стерильные бинты. Ага, то есть это нужно для него сперва. То есть стерильные бинты, сразу ему взять сюжетный предмет. Так. И рядом как раз о чем он и говорил. Типа, здесь на горе патриоты не должны голодать. Найти засадный лагерь у радиовышки в каскадах. Так, дополнительные сюжетные линии. Смотреть сюжетные линии, да. Это чтобы уехать. То есть бинты нужны. И нужны вот эти вот типы. Так, карта. Пардон. Ну и все правильно. Он ему и говорит, что типа эти типы-то рядом с твоим лагерем. Ну, типа... не хочет выдавать свое местонахождение, и говорит, типа, ну, ты типа не прав. Это так-то да. Молодец, все правильно. Зачем выдавать свое место пребывания? Это опасно. Нормас, нормас, нормас. Ну, на сегодня достаточно. Пока. До новых встреч в эфире. Все на данный момент прям затягивает еще сильнее, интереснее. Все, до новых встреч, пока-пока.